to the crowd and took the women. A leap of faith, a foot on the ground away from you. When they say, go on. С ума сойти! Вы до сих пор используете крюки, чтобы поднимать разную хрень. Разве у вас такого нет? Ни хрена подобного. В первую очередь, о чем бы мне хотелось поговорить в этом интервью, это о твоих татуировках. А, не проблема. На мой взгляд, у тебя очень необычные татуировки. Спасибо большое, я ценю это. Я могу попросить снять тебе рубашку для этого? Да, чтобы мы могли увидеть их на видео. Простите, что не очень привлекательно это делаю. Извиняюсь. Похоже, это совсем свежее. Oh, да, я не так давно ее закончил. Это... Дайте-ка я немного очищу, а то мерзотно выглядит. Это обложка альбома моего отца, Cream City. Он тоже музыкант? Намного талантливее меня. Альбом вышел в 77-м. Без сомнений, это главная причина, почему я так одержим музыкой. Он втянул меня в нее и постоянно расширял мой кругозор с самого раннего детства, когда я был еще в утробе. Есть ли у тебя еще татуировки, которые имеют отношение к музыке? Да нет, не особо. Например, вот это. Эти строчки я написал, когда мне было 17 или около того. Я решил сделать такую татуировку, потому что думал, что в ней есть глубокий смысл. И что же это означает? Тут написано: «Возьми мое фото, нарисуй мой портрет, раскрась меня в пурпурный цвет». Проще говоря, не суди, пока не узнаешь всей правды. Для меня это немного лично. Красиво. Это твоя первая татуировка? Нет. Первую татуировку я сделал, когда мне было 14. Я набил ее на животе, и она была отвратительной. Можно увидеть? Я ее уже перекрыл. Так что я от нее избавился. Она была на животе, с обеих сторон. Что можно сказать? Мне было 14. Где делают татуировки 14-летним? В тех краях, откуда я родом? В Инглвуде. Я всякое творил, что не должен был в этом возрасте. И татуировка была одной из таких вещей. Что ты набил? Что там было? Там были слова «вера», «доверие», «всякая лабуда», «звезды». Это была большая татуировка. Я особо не думал о последствиях, а когда стал старше, то подумал, что хочу забить весь живот. А у меня уже была там татуировка, и я такой: «твою ж мать!». Так что я перекрыл ее этой большой черной штуковиной, которая теперь красуется на животе. У тебя на груди большая татуировка, и там написано «Cancer». Я начала искать значение этого тату и наткнулась на информацию о том, что это имеет отношение к раку. Ты все еще радуешься жизни, даже после того, как у тебя был рак. Тем самым ты несешь послание людям. Также я вычитала, что тебе поставили неверный диагноз. Можешь рассказать эту историю? Да. Когда моя мама забеременела, она проходила курс лечения от лейкемии. Я был очень болен. Ей даже говорили сделать аборт, чтобы она могла закончить курс лечения. Она сразу отказалась. Прошла через это и родила меня. Когда же я наконец родился, то у меня был очень слабый иммунитет. Все из-за того, что моя мама была тяжело больна, когда я был в утробе. Чем старше я становился, тем чаще я начинал болеть. У меня было недомогание. Чаще всего это выливалось в гораздо большее, чем просто простуда, начиная от пневмонии до менингита. В какой-то момент я его подхватил. Когда я заболел менингитом, мне было 19, я лежал в больнице. Мне не могли сказать, в чем причина. Они говорили, что-то атакует мою иммунную систему. От этого я так тяжело себя чувствую. И что у меня очень низкий уровень лейкоцитов. Затем они отвели меня в кабинет. Там у меня состоялся разговор с онкологом. Она сказала, что нужно быть готовым к тому, что у меня обнаружат рак. Сколько тебе тогда было? 19. Затем я вернулся в больницу и ждал. Они сказали, что пока ничего не известно. Нам стоит подождать 2 недели, прежде чем станут известны результаты анализов. Меня решили оставить в больнице на эти 2 недели. И я помню, как однажды вечером сидел в палате и размышлял: даже если у меня есть рак, неважно, так это или нет,
Все зависит от расположения духа. Ты подавлен и чувствуешь, будто болезнь тебя побеждает. Это мне все равно не поможет. Какая разница? Я встал и сам себя выписал из больницы. Я подошел и сказал, что ухожу. Они сразу заявили, что я не могу этого сделать, что было полным дерьмом, потому что если я захочу уйти, то могу сделать это в любой момент. Я ушел и старался полностью поменять свое расположение духа. За эти 2 недели произошло много всего, и мне это тяжело давалось. Но в итоге, перед тем, как я узнал результаты анализов, я открыл для себя очень и очень необычное чувство счастья, удовлетворенности и простого наслаждения жизнью, осознавая, что вполне вероятно завтра я могу умереть, понимая, что нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Так что я должен из кожи вон лезть и наслаждаться сегодняшним днем и всем, что со мной происходит. Потом я вернулся за результатами, и они продолжили говорить, что понятия не имеют, что со мной было. Затем я снова пришел и получил тот же ответ. Через несколько недель мне смогли сказать, что не знают, что это было, но это точно не рак, так что причин для беспокойства нет. Честно говоря, я был очень рад услышать подобные новости. Мне сказали, чтобы я продолжал периодически проходить проверки. Рано или поздно я должен поправиться. У меня отлегло от таких новостей. Все должно было наладиться и пойти на поправку. Когда же ты решил набить эту татуировку? Сразу после того, как я вышел из больницы. Как-то вечером я сидел на больничной койке. Это была одна из первых ночей, проведенных мною там. Я смотрел на крышу и размышлял на разные темы. Что же это все значит? Что за этим стоит? Вселенная или же Бог? Может, ничего вовсе? Может, это просто совпадение? Что бы там ни было, я не знал, как описать свои чувства в тот момент и почему это со мной произошло. И в тот самый момент, когда я больше всего был подавлен, опять же, это был один из самых темных периодов моей жизни, но тогда мне выпал шанс осмыслить то, что жизнь настолько хрупкая вещь, и поэтому она настолько прекрасна. Жизнь может оборваться в любой момент, поэтому у тебя обязательно должна быть цель, и ты должен разделять каждый момент. Думаю, в этом вся ирония. Я нашел ответы на свои вопросы, когда ждал приговора о том, что у меня рак. Вот почему я набил эту татуировку. Именно поэтому она произносится так, и поэтому она набита зеркально, чтобы я мог прочесть ее, глядя в зеркало. Она начинается здесь и тянется по всей груди. Сейчас же я хочу быть уверен в том, что когда я живу в свое удовольствие, я хочу быть уверен в том, что я делаю вещи для кого-то еще, помимо себя. Я могу делать, что хочу. Можно до бесконечности быть эгоистом. Можно сколько угодно жить всем этим и думать только о себе. Но это все не доставляет удовольствия, если тебе не с кем это разделить. Как давно ты это осознал? Как бы это ни было забавно, но после неудачных отношений с девушками... У меня были неудачные отношения с несколькими девушками за последние 2-3 лет. Когда я понял, что самой большой проблемой было то, что я виню всех, кроме себя. Она сделала то, это не сработает, у меня туры, все зависит только от тебя. Все зависит от того, насколько ты хочешь отдаваться, насколько ты готов на самом деле вкладываться, и как это в дальнейшем повлияет на тебя и на всех остальных. Есть время давать, а есть время принимать. Люди всегда хотят только принимать, принимать и принимать. Никому не хочется отдавать. Я хочу быть уверенным в том, что я отдаю столько, сколько в моих силах, делая все эти вещи для себя. Я и вправду думаю, что мое поведение на сцене отражает мое восприятие. Я полностью отдаю отчет своим действиям и полностью принимаю это. Ты совершенно другой человек на сцене, не так ли? Да-да. Я совершенно другой человек. Большинство вещей, которые я делаю на сцене, это полное отражение тех вещей, которые я хочу сказать, но не могу говорить о них. На сцене я больше чувствую себя человеком, поэтому я веду себя подобающим образом. То есть, можно сказать, когда ты на сцене, это твое настоящее лицо? В некотором смысле да. У тебя много татуировок. А какая из них самая любимая? Моя любимая татуировка? Это хороший вопрос. Можешь нам ее показать? Да-да. Это Great Western Forum. Она полностью перекрывает мою старую татуировку. Это текст старой песни группы Billa Blue «Нет любви в сердце этого города». Это мое животное внутри.
Волк. Какое животное тебе близко по духу? Ну, вообще, это была шутка. Когда ты думаешь, какое животное больше всего тебя характеризует и близко по духу, я обычно говорю всем, что волк больше всего мне подходит. У них есть стая. Они всегда держатся вместе. По-моему, это очень круто. Но в то же время они могут быть очень ветренными. Нет, я, конечно, люблю тусануть с друзьями, но и один не скучаю. Что ж, и последний вопрос. Какие у тебя идеи для будущих татуировок? И где? Вам, ребят, не видно, но за кадром стоит очень славный парень. Я хочу набить татуировку с его лицом поверх моего лица, но для начала мне придется сбрить бороду. Может, после того, как сбрею, сделаю такое тату. Не забудь также подписаться на канал, поставить лайк и вступить в группу. И спасибо, что посмотрел.